в мае 1935 года древнейший храм села Благодарного Козьмы и Дамиана был взорван варварским образом, и на месте этого храмового комплекса со временем выстроили автовокзал. Здесь же находится рядом кафе, и многие наши жители города не знают, что именно здесь, в пределах этой ограды храма, похоронены уважаемые жители нашего уездного села, а именно здесь похоронены священники Белоградский Василий Андреевич, Куликов Федор Иванович, Куликов Павел Александрович, Куликов Александр Федорович и глава уезда подполковник Козлов Александр Семенович. В ближайшее время мы планируем память поруганного, разрушенного храма на этом месте установить памятный знак. Помните свою историю, не забывайте историю своих предков. Покайтесь и будете прощены. Молитесь во славу наших святых и наших героических предков.